Здравствуйте, мои прекрасные слушатели подкаста. Напомню, что меня зовут Юлия Ходарцева, и вы слушаете подкаст о богатстве, ценности себя и престиже. И первое, что я хочу сегодня сделать, я хочу вас всех поздравить с наступающими праздниками. И я сейчас практически на каждом своем занятии говорю, что сейчас время, когда небеса открыты, сейчас время, когда можно загадывать любые желания, и они могут быть исполнены. И знаете, сегодняшний подкаст я хочу посвятить квантовой теории, а квантовая теория, она вообще о том, что в нашей жизни всегда время реализовывать свои мечты. Квантовая теория, она о том, насколько мы всемогущи, и о том, как мы можем воплощать наши мечты. И иногда нам для этого нужно просто объяснение, что преддверие Нового года и все исполняется. А иногда нам просто нужно понять, что я волшебница, и я действительно могу все. Поэтому приглашаю вас прослушать сегодняшний подкаст о том, как квант влияет на ценность себя и почему я могу быть всемогущей. Полетели! Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Юлии Ходарцевой о деньгах, ценности себя и престиже. Итак, квантовая теория. Те из вас, кто был на моем мастер-классе, который называется «Деньги и свобода», сегодня вспомнят то, о чем я говорила. И, в принципе, те из вас, кто вообще был на любых моих занятиях, я действительно часто говорю о том, насколько мы уникальны, насколько мы всемогущие, насколько мы можем реализовывать все, что хотим. И квантовая теория, она как раз-таки и является доказательством этого. Немного давайте поговорим про квант и поговорим про атомы. Атомы делятся, да, на субатомы, а субатомы – это крошечные сгустки материи, которые взаимодействуют друг с другом по общепринятым законам физики. Может быть, вы как бы это вспомните, может, кто-то когда-то читал. И можно говорить о том, что у атома и у субатома это, как бы, знаете, взаимодействие, есть такая двойная природа. И вот эти атомы и субатомы ведут себя как частицы, иногда, да, а иногда как волны. А волна – это такая материя, которая может проходить везде. А знаете, вот этот подкаст, он такой необычный. Если кому-то что-то непонятно, вы можете дочитать информацию в интернете, ее большое количество. Я сегодня буду говорить о том, какие опыты ставил Юнг, чтобы доказать то, что частица себя может вести как волна, а волна может быть везде. И в принципе, если говорить о том, что частицы волны глобально не существует, и она может себя вести, как она захочет, мы говорим о том, что все, что мы видим в нашем мире, это лишь то, что мы ожидаем увидеть, а если мы будем ожидать видеть что-то другое, то мы будем видеть то, что мы ожидаем. Да, и это вот то, что я сейчас сказала за последние полминуты, это о том, когда если я хочу видеть перед собой пальму и остров на Мальдивах, то я буду это видеть, а если я хочу видеть жуткие пробки и грязь, то, скорее всего, я буду это видеть. Да, это о том, когда научно доказано то, что ты снимаешь свое кино, и твоя жизнь – это твое кино. Если говорить, опять же, возвращаться к физике, то вот эти вот субатомные частицы, они меняют свое свойство и становятся то частицами, то волнами, то частицами, то волнами. И вот квантовые современные физики, поэтому их начали называть квантами. Уже не частицами и не волнами, да, которые кванты, которые обладают свойствами обоих явлений. То есть в каждый данный момент времени, то есть в единицу времени, частица или волна не может находиться в каком-то определенном качестве. Каждый квант, он может находиться и тут, и там, и везде.
вот этот вот квант, он может проявляться в любой области, в любом пространстве или в любом времени. И когда я говорю о том, вот часто кто приходит ко мне на занятия, вы меня слышите, во всех временах и пространствах, да, это о том, что квант может существовать одновременно везде. Он может существовать вот в этой точке, где вы сейчас слушаете подкаст. Он может существовать в той точке, где я этот подкаст записывала. Он может существовать даже в прошлом вашем воплощении 100 или 200 лет назад. И самое удивительное в этом, что пока ты не увидишь и не измеришь квант, он не может быть никак охарактеризован, поскольку его не существует одновременно сразу в нескольких состояниях. То есть измерить квант или измерить эту частицу ты можешь только тогда, когда ты идешь в то время, где ты хочешь находиться и где ты его измеряешь. А как у вас сейчас? Я думаю, я надеюсь, хоть что-то вы взяли из того, что я проговорила, да, вы можете этот подкаст слушать еще раз или еще раз, либо вообще не слушать, если вам эта тема не идет. Можно его вообще пропустить. Ну, то есть вот все, о чем я говорю, это говорится о том, что где вы фокусируете свое внимание, там вы и находитесь. Вы всегда можете находиться в любое время, в любой точке. И когда, например, мы работаем с расстановочной деятельностью, кто был у меня на расстановках, да? Когда мы идем в кармические слои, мы там начинаем чувствовать какие-то воплощения прошлого, либо какие-то родовые истории, наш квант, наша частица просто переносится туда в любое время и любое пространство. Только сами подумайте, что базовые единицы физической реальности не имеют четкого определенного местоположения. Они просто существуют в виде энергетических колебаний, которые способны материализоваться, то есть появляться в системе, в галактике, во Вселенной. Они способны появляться в любое время и в любом месте. И это про то, как насколько это связано с нашим сознанием. То есть наше сознание, по всей видимости, заставляет эти кванты превращаться в тот или иной объект действительности. То есть, переводя на наш русский заземленный язык, русский заземленный, да, так. Ну, то есть, если это заземлять для вашей логики, для вашего левого полушария, это о том, когда то, о чем ты думаешь, оно и воплощается. И если ты в это поверила до конца, то, скорее всего, это воплотится. Здесь такой банальный пример, который я люблю приводить на мастер-классах. То есть, если ты до конца поверишь, что сейчас в центре твоей комнаты может появиться кольцо с бриллиантом, если ты до конца в это пройдешь, все твои частицы тебя в это пройдут, то это кольцо там появится. Понимаете, о чем я здесь говорю? Вот это прям такая вот вещь, которая заставляет вас задуматься о том, насколько ты всемогущая. И иногда все ваши ритуалы, аскезы, все, что вы делаете, ну и я в том числе, это лишь то, что вы пытаетесь объяснить своему левому полушарию, почему ты всемогущая. Почему все это работает, да? Почему работают аскезы, не знаю, если вы, допустим, с Симароном когда-то занимались, ваши красные трусы на люстре. Почему работают все истории, когда вы что-то делаете ради своего желания, а оно потом исполняется? Потому что вы здесь как бы для своего левого полушария, который нас ограничивает, объясняете возможность исполнения желания. Но с точки зрения квантовой физики, с точки зрения научных исследований, вы просто берете сгусток энергии, вот эти частицы и кванты волновые, да, и из этих волн делаете то, что вы хотите. Но по идее это можно делать просто сегодня и сейчас, просто реализовать себе то, что вы есть. Потому что частицы не существуют, а когда нет ничего, ты можешь из этого лепить то, что ты захочешь. На мастер-классе «Деньги и свободу» я рассказываю про опыт Юнга с двумя щелями, да, он называется «Опыт Юнга с двумя щелями», вы можете поподробнее почитать о нем в интернете, но смысл такой, я там в двух словах сейчас в подкасте о нем расскажу, это когда ставились опыты, ну, то есть там ученые брали, Юнг в том числе, брал неделимую частицу, электрон, да, электрон – это уже физически неделимая частица, и Что делали? Да, ну, как же вам объяснить-то, чтобы вы поняли? Ну, в общем, смысл такой. Вот этот электрон,
они его запускали, делали перегородку с двумя щелями, с двумя такими дырочками, да, и ставили такую перегородку, в которую бился этот электрон. И вот смотрите, стоит, например, первая перегородка с двумя щелями, и запускается в нее электрон, ну, то есть, не знаю, вам можно сказать такой лазер, да, свет, запускается и смотрится на... Наблюдатель за этим наблюдает и смотрит, как этот свет через первую перегородку, где есть две щели, пропускается на вторую перегородку. И по факту через эти две щели свет попадает на вторую перегородку только в области тех мест, где есть щели. Понимаете, да, о чем я сейчас говорю? Надеюсь, понимаете. Если не очень понятно, прочитайте опыт Юнга с двумя щелями в интернете. Прям вот он очень подробно расписан. То есть в тот момент, когда есть наблюдатель, электрон проходит только через эту щель и попадает во вторую, так называемую, стенку только в том месте, где есть щель. Угу. Но когда каким-то образом нет наблюдателя, наблюдателя не существует, этот электрон не видит первую стенку, он закрывает, то есть начинает бить волновая структура, и он бьет, куда ему хочется. Да? То есть это о чем? Это о том, что когда вы включаете наблюдателя в нашем заземленном виде, так чтобы вы понимали, наблюдателем является у нас левое полушарие. Наша логика, да, вот наше эго, так говорим, наша личность, можно сказать. То есть те вещи, те программы, которые у вас заложены в левом полушарии, те программы, которые объясняют те или иные вещи. Ну, то есть, например, когда ты, допустим, вот моя история, вот мне срочно надо было $200, я достаю чемодан, с которым вернулась недавно из Египта, и... Там у меня нашлись $200, да, и мое левое полушарие сразу мне объясняет, ну, это ты просто забыла. Но, с другой стороны, я не могла физически забыть $200 в чемодане, потому что я, в принципе, деньги в чемодан не кладу, да, то есть для возможности вариантов я эти $200 туда намагичила, да, я, то есть, из атомов, из частиц, из волн сделала $200. Но левое полушарие, оно начинает сразу объяснять, да, то есть... Когда есть левое полушарие, так называемый наблюдатель, который все должен провести через логику, тогда эти частицы четко проходят, если возвращаться к опыту Юнга, эти частицы четко проходят в эти щели, отверстия в первой стене. Когда этого наблюдателя нет, частицы идут куда им хочется. Понимаете? И здесь важно, насколько ваш наблюдатель или ваше левое полушарие готово расшириться и дать возможность вариантам. Либо насколько вы готовы отключать левое полушарие. Понимаете сейчас? Вот какой здесь вывод можно сделать, да? Человек... может быть всемогущим. Человек может находиться в любой точке всех времен и пространств, менять эти вещи и делать так, как ему хочется. Как вам с этим? У меня такое тоже долгое молчание для того, чтобы вы обдумали. В общем, знаете, итогом всего этого, я могу о кванте говорить бесконечно долго и бесконечно много. Я дала вам такую базовую информацию, с которой вы можете пожить, подумать, вы можете почитать огромное количество информации. Эйнштейн занимался квантом, Юнг ставил теории по кванту. Но если переводить это все уже на наш заземленный язык, вы действительно творите свое пространство. Это касается всего, это касается ваших денег. Да, сколько денег вы позволяете быть в вашем пространстве, столько их и будет. Это касается вашей ценности себя. Это настолько завязано на вашу ценность себя, потому что поймите очень важную вещь. Ты Бог. Ты Бог в своем пространстве. Ты можешь создавать себе ту жизнь, какую ты хочешь. Потому что все то, что ты сейчас видишь перед своими глазами, это только твоя картинка мира. Ты это создал из пустоты. Потому как квантовая теория доказывает, что мы все — это просто электронные поля. Она доказывает, что мы все — это пустота. Из пустоты мы можем делать все то, что мы захотим.
просто позволь, поверь в себя, поверь в свою уникальность и свою силу, и начни создавать свою жизнь, создавай ее, бери ответственность за свою жизнь и создавай. Это как когда, например, ты берешь пластилин в руки и лепишь то, что тебе нужно. То же самое, также ты можешь брать материю мира, квантовую материю мира и делать то, что ты хочешь. Создавай свои билеты на Мальдивы, создавай себе того мужчину, которого ты хочешь видеть в своем пространстве, создавай себе то количество денег, какое ты хочешь видеть, создавай себя, создавай свой внешний облик. Все в твоих руках. Ты всемогущий или всемогущая. И это прям очень важно. Ресурс твоего мозга, он безграничен. Просто мы его очень часто ограничиваем. И увидеть то, что выходит за рамки нашего восприятия, очень сложно, но это возможно. Мы, несомненно, привязаны к своим биологическим телам, да, вот в этом воплощении. Мы привязаны к этим инстинктивным программам, но мы можем выбирать и менять наш путь. Понимаете? Вот. Пожалуй, сегодня все. Я надеюсь, мой подкаст был вам очень полезен. Я еще раз поздравляю вас всех с наступающими праздниками. Я призываю вас сейчас загадывать желания. Я призываю вас к тому, чтобы брать ответственность за свою жизнь и творить, притягивать в свою жизнь то, чего вы хотите, менять свое сознание, потому что ваше сознание – это определенный квант, в котором возможно все, в котором ваши возможности безграничны, и вы можете быть всегда и везде. Желаю вам любви, счастья, взаимопонимания. И пусть все ваши желания будут исполнены. С любовью, ваша Юлия Хадарцева. Желаю вам прекрасного Нового года и праздников!